Я наконец-то выздоровел, съездил, сыграл в футбол, а Настюха у нас сегодня снимает для вас влог. Кстати, для тех, кто не в курсе, я болел, поэтому не было вредей влога. А сейчас Настюха пойдет вам показывать кое-что особенное. Да, Настюха? Тихо, я в трусиках. Я уже подхожу к магазину, сейчас должна встретиться с мамой. И пойдем выбирать платье, я не знаю, для меня это так волнительно. И просто как-то даже очень сильно боюсь. Почему-то люди на меня смотрят очень странно, как будто я тупая. Ну ладно, ничего страшного. Нравится? Ну да, мне тоже нравится верх. Давай примерно оденем, чтобы ты была у нас. Угу. Следочка. Ну давай, постоишь, да? Стоишь? Я просто запустую. Да, вот это такое очень утонченное. Не знаю. Мне, конечно, все нравится, кроме вот этой штучки. Мне кажется, это как-то прям дорого бывает. Да? Мне вот это вот все понравилось. Мне тоже это больше понравилось. Оно прямо село на тебя так, как надо. Угу. Талия на талии, грудь. Да, цвет уже посветлее, ну, по сравнению с тем, посветлее хочется. Да, наверное, посветлее, скорее всего. Ну, это не... Милая такое, как ты хотела, женственная. Итак, мы сейчас ходили в один салон, там мне понравилось первое платье, но не знаю. Дали каталог, сейчас будем смотреть, какое вообще мне нравится больше. Но больше мне, конечно, нравится такое, более рыбкой. Ты тоже больше думаешь такое, да? Ну, красивое же то было. Ну вот такое, конечно, красивое, но оно вообще прям свадьба-свадьба. У нас как бы не будет прям такой свадьбы-свадьбы. Хочется что-то такое очень простое и в то же время, что подчеркивало фигуру и элегантное что-то. Тоже прикольно. Да? Какое-то прямо оно такое... Волшебное. Да. Угу. Золушка такая. Как в кино, мы да. хотим сказать. Угу. Сколько вот это стоит было платье? 35 тысяч это платье. Вот, и надо именно вот эту фату. Да, фата 4. Нам понравилось платье, и я не знаю, брать его или нет, какие-то сомнения все равно есть. Хоть оно и вроде хорошо очень подошло, но вот думаем, в общем, пишется ли оно в наш бюджет. Но, не знаю, платье, которое я последнее померила, мне оно больше всего понравилось, хотя я не хотела такого фасона вообще платья. Платье, невеста и тому подобное. Ой, намерилась этих платьев уже, у меня в башке все просто перевернулось, и я не знаю, что делать. Пойдем еще во вторник мерить, смотреть, потому что магазин, в который мы сейчас пришли, у них завоз будет во вторник новых платьев, и там будут они красивее. А сейчас, если мы не будем их покупать, которые сейчас висят, то они уйдут. Их куда-то отправляют. В общем, их не будет. И я не знаю, что выбрать, потому что то платье, которое мне понравилось сейчас, оно вообще не подходит под мой идеал, который я для себя представляла. Я хотела более такое женственное, утонченное, рыбку. А сейчас мне понравилось платье, оно вообще не рыбка нисколько. Не знаю. Золушка. Золушка, да. Мама сказала, ой, Золушка. Но оно прикольно, оно понравилось. Вот прям в душу запало. Зараза, дорогое. Вот так всегда. Вот почему всегда вот у меня так с детства было. Если что-то самое дорогое, то это мне нравится. Почему мне дешевое не может нравиться? Я уже встретилась с Пашкой, он меня забрал. Мы едем домой. Чем ты занималась свой целый день? Расскажи людям. Я морально отдыхал. Играл, что ли? Я поиграл и... Ну, короче, решил купить. Паша. А ты у нас? Ой, я вообще, я просто умирала, когда мне одевали эти платья. Я ненавижу это все уже. Я сидела, думаю, господи,
пожалуйста, давайте быстрее. Нет, ты что-то выбрала по итогу? Я выбрала платье, но я думала, что я хочу вообще один фасон. В итоге вообще мне нравится другой фасон. Вот именно то платье, которое я померила. Оно такое какое-то женственное. Ну, зараза, ну такое дорогое. Просто ради одного раза покупать такое дорогое платье, что я его больше не одену. Я думаю, это бред. Да. Настя говорит, какой-то есть салат черный принц. Черный. Принц. У тебя есть уже, Настя, дома черный принц? Помните ее черного принца? Покажи, как танцуешь. Вот ее так черный принц взбудоражил, она. Отсюда! Потому что на 10 девчонок. Когда соскучились по влогу, можно и песню спеть. Пашка! Ячмень у него на глазу! И писька... А, ну все. Что про письку ты хотела сказать? Ничего. Это все-таки черный принц. Обладевает Анастасией изнутри. Неправда. Щекочет ее гланды легкие. И она прям ощущает себя. Потому что что, извращенец? Так, ты начала. Ты а начала. Что, отсюда, ты начала. Ты начала. Это Настя покакала, кстати, смотрите. И не вымыла за собой. Чего ты там снимаешь? Я сейчас вообще не какала. Иди посмотри меня, я только что показал всем, все это увидят. Иди объясни, почему ты так обосрала все. Я не какала сегодня. Ничего, брат. Ты вывалил только что. Просто обосралась. Помнишь, ну, ближе, если люди будут думать, что это какаю. И не так какаю. Она дрестанула во все стороны, полетела просто. У нас такой юмор, да, пошел? У нас какой-то вообще с тобой юмор. Смотри, вот, знаешь, его сначала на тему секса только что было, а сейчас на тему туалета. Это наш уровень. Йо. Ну. Учим английский язык с Настей. Написали таблицу глаголов. Теперь поехали. Пойду в будущем. I will go. Молодец. Он ходит? Does he go? No. Ходит. Сейчас он ходит? Сейчас? Does he go? No. Does he go? Я пытался тебя это развести. Ладно, молодец, все, мы продолжаем. Потом через 16 уроков посмотрим, будем ли мы хоть что-то говорить на английском. Настя что-то ноет, я там по сраке только что ударил. Да рука там усталась. Но это ничего страшного. Нужно стимулировать рост мышечных тканей в районе задницы ударами, хотя бы шлепками, если она ни хрена не занимается. Это ты сейчас стимулировала рост моего... Короче, друзья, сегодня слишком много порнухи. Да, ну ладно, мы постараемся справиться, простите, пожалуйста. Ой, сейчас шлепнулся зачем-то. Чего за херня происходит? Она не ест. Давай. Она не ест. Получается, прямо сейчас она не ест. She doesn't eat. Да. В общем, она уже выучила, получается, вот эти вот все мелочи. Вы, кстати, тоже, если хотите с нами учитесь, мы учимся по полиглоту. То есть вы можете вести... Я надеюсь, мы дойдем до конца. Да. Но я уверен, что мы дойдем до конца, потому что Настя, я хочу, в общем, выучить английский. Хотя бы разговаривать. Да, хотя бы более-менее, чтобы Настя могла понимать английский контент, потому что я не смотрю русский контент вообще. Вот вы спрашиваете, кого вы смотрите на YouTube из российских представителей? Никого. Вот, поэтому... Ну вот так получилось, что в школе я не учила вообще английский. Ну, мне не очень его давали как-то. Непонятно. Много всяких таблиц, эти все времена, ничего не понятно было. Сейчас даже, в принципе, вот
начали смотреть октополия, да, стало. У тебя потому что появилась мотивация. В школе вы... Ну да, вам нахер это все надо? Вы же знаешь, что пам-пам, пятерочка, четверочка, пам, троечка, пам, нормально. Да. Чики-пау, уехал. Да. Да. В общем, а мы сейчас решили, то, что пора заниматься английским. И вот так всегда придем, уже потом после школы, после института приходит осознание, почему же я раньше-то не учился. Я только-только посмотрел, что там Настя намерила. Я офигел, она мерит прям вот такие прям платья-платья. Да ничего не правда. Да так и есть. Я говорю, вот, просто какие-то вот такие вот легкие платья, которые можно в будущем будет одеть. Вот такие вот красивые, симпатичные платья, грубо говоря. Грубо говоря, лучше одеть. Я, конечно, не говорю, что вон тут сиськи какие-то торчат, но, блин. Так пойду. Просто, ну, явно не такие, Настя. Это один раз одеть и все. Вот. Все, Паша. Вот она меряет вот такие вот всякие платья. Ну, такое точно не мерила. Да какая разница, вот это, вот это. Вот платье нормальное. Как, блин, которое потом ты сможешь одеть. Ты сейчас просто так истратишь огромную кучу денег. Представьте, у нас свадьбы нет как таковой. Ты так-то в трусах. Ну, а что сделать-то? Тупо роспись, на которой мы вообще не собираемся, грубо говоря, денег тратить. Но на платье она собирается тратить 20-40 тысяч просто впустую, и потом это платье будет висеть, вот, висеть, ждать. Чего ждать, непонятно. Зачем? У тебя уже глазик он прошел, ты уже такой хороший стал. А знаете, был какой? С таким фингалищем. Такой огромный. Я пошла спать. Пашка сейчас помонтирует, и тоже ко мне пойдет спать уже. Очень много времени. Спасибо, что провели этот день со мной, с Павлом. Ну, больше со мной. Но Павлу не понравилось вообще, что я выбрала. Ну, я думаю, ничего страшного. Мы там дальше разберемся. Это еще не окончательный вариант, что я вообще выбирала какие-то платья. Будут новые. Буду думать, смотреть, решать. Молочко вот пьет Пашка, любит молочко. Любишь молочко? Пока-пока. Такое хорошко. Всем прощайся. О, 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 о.